Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг. Ну и в конце там еще пару упражнений на забивание мышц. Так, мы продолжаем. Уже с меня сошло 10 потов, но вот сейчас мы будем ходьбу с гантелями. Тоже специальное упражнение для ягодиц. Опускаешься вниз, встаешь, ягодицы, подтягиваешь ногу и дальше переходишь. Одно движение, без точек, без остановок. Ты делаешь толчок ногой, и за счет этого встаешь. Спасибо. Ты должна себя поднять. Пошли. Да, шаг. Налево. Да, пошли. Вообще лучше пить не большими порциями, иначе, когда мы будем потеть, мы будем выгонять воду, а не, так скажем, не разжигать жир. Поэтому лучше пить, но в меру. Ну что, мы, в принципе, закончили наш второй блок. Опять были какие-то проблемы со связью, но я уверена, что в следующий раз все будет гораздо лучше. Поэтому спасибо. Чего? Спасибо, ну все, мы... У нас уже осталось 10%. Да ладно. Да, на следующий раз оставим. Опять у нас. Опять на Спасибо клубу «Коперник» и дорогой любимой Наталье Комиссаровой. Но я сегодня делаю еще пост в Инстаграм, поэтому спасибо.